Нагиев рассказал всю правду о своей связи с Бузовой. Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев, которому недавно исполнилось 50 лет, был приглашен на запись популярной передачи. Юбиляр обсудил с коллегой Иваном Ургантом свою связь с певицей Ольгой Бузовой. Впервые об отношениях Бузовой и Нагиева заговорили после публикации переписки исполнительницы и телеведущего. После шоумен редко высказывался по поводу своей связи с певицей. Однако, эту тему вновь подняли на передаче «Вечерний Ургант», куда Нагиева пригласили в честь недавнего юбилея. Ведущий признался, что все еще следит за социальными сетями популярной исполнительницы. Кроме того, Нагиев заявил, что из-за этого он не может отказаться от своего смартфона даже на неделю. «Нет, не откажусь. До тех пор, пока у Ольги Бузовой есть Инстаграм», заявил он в ответ Урганту на соответствующий вопрос. Напомним, недавно ведущий уже высказывался по поводу отношений с Ольгой Бузовой. Он рассказал, что помог исполнительнице в тот момент, когда она разводилась с футболистом Дмитрием Тарасовым. «Из меня фиговый психолог. Я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь, лучше трогать. На сегодняшний день мы с Ольгой находимся в теплых приятельских отношениях», уточнил Нагиев. Он добавил, что говоря о его отношениях с певицей, не стоит накручивать и спекулировать на эту тему. И в то же время не стал бы их умолять, отметил ведущий. Ставьте лайки, дизлайки. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите свои комментарии. И подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.